Итак, всем снова привет. Я тут открыл для себя интересную вещь. Кому интересно, можете попробовать. Заходим в настройки управления. Выбираем мастерские настройки. Здесь выбираем контроллер. Выбираем, можно выбрать автоматическую, можно такую. Выбираем, у кого есть руль с педалями. Вот. А, стоп, не то. Ну, это у кого, я имею в виду, выбираете, можете вот это выбрать или вот эту. Это у кого есть как вот у меня три педали. Блок с передачами. Ну, как на настоящем автомобиле. Они могут выбрать вот этот режим переключений. У кого нету вот эти педали, предлагаю выбрать вот этот режим. Он делается. Делает так же, в принципе, все. Но я вам покажу, в чем оно будет. Я перенастроил клавиши Shift и Alt на A и Z. Как видим, мы ничего не видим. Почему? Че такое? Эй. А, о, перенастроилось почему-то. У меня было настроено, да. Это меняются, то бишь, если зайдусь, рау, как сделать, стой. А, о, контр. Бишь, можно ехать механики. Сейчас остановлюсь. Сейчас надо будет время. Ай, ты лох, я думал, лох он будет. Только я вам советую с Shift это переключить, потому что при каждом нажатии на Shift будет происходить залипание клавиш у вас. Это один способ, я вам предлагаю. Вот, я играю пока в одиночке, проблемы с мультиком. То берем. А я себе поставил и кого три трех с тремя педалями руль, советую ставить или вот такую раскладку, или вот такую. Она более реалистичная, ребята. И она очень понравилась. Так, сейчас заменим здесь настройки чуть-чуть. Чтобы было все тип-топ. Так, это нам амортизаторы не нужны. Будет слишком брамкать. Что имеем мы в этой настройке? Имеем первый задний ход. Идем. Вот. Вот настоящая первая. Вот мы тронулись. Нажимаем кнопку запрограммированной роли сцепления. Вторая. Выжимаем сцепление, включаем третью. Опять выжимаем сцепление. Так, стоп, четвертую. Пятую. Нейтралочка. Правильно, у нас второй троимся. Это третья. Давайте потихонечку пойдем. Удовольствие. Пятая. И шестая. Ниже. Вот сейчас пятая будет. Пятая. Может так будет. Шестая. Теперь смотрите, что дальше. Нажимаем на эту кнопку. И все в том же порядке. Тут, конечно, мучительно играть. 9-я, 10-я. Нормально. Потом идет, соответственно, 11-я. Ай, да и оборот двигателя. Сейчас мы встанем. Вообще уши на первую включить, на вторую. Что-то я на этой коробке слишком быстро переключаю на передачи.
Ой, куда она, что за... Ну, она хотя бы на пятую. С пятой. На шестую, с шестой на седьмую. Это они на седьмую, на восьмую переключились. С седьмой, ладно, так вон. На восьмую. С восьмой на девятую. Притормозим, ом. Девятая, а, десятая же есть, по-моему. Нет. Десятая еще здесь. А, здесь 12-я, блин. Все. Не советую, конечно, кто путается. Я буду разбираться, чтобы такого больше не было, ребят, на записи. Все было хорошо. Сейчас вот буду ехать тренироваться этому. Машина уже, брат, потихоньку набираю. Давайте-ка на 10-ю включу. Что-то теряем, что-то оборотом. Еще, может, в город едем. Так что давайте сейчас мы с вами... А, ну, в принципе, давайте до конечной доедем. Что тут я уж буду запись останавливать на этом. Так что, кто не подписан, подпишитесь. Выложу это видео, может быть, завтра. Поскольку программа одна требует улучшения. О, я так думаю, что уже можно... сцепление вот так делать. Вообще классно, нравится это устройство. Руль мой, так, держим в экономичной зоне, точнее выше, вот так. Так, движение там, сейчас начну снизить скорость, наверное, так что уже на 10-ю включить, а 9-ая, 10-ая. Вообще супер надо на этой коробке играть. Так что всем так и советую. Только надо потренироваться. Так что буду тренироваться в этом в стиле играть. Чтоб не путать. На, сюда когда подписать их как-то. Чтоб не путать. Жалко, что нуле нет наклеек. Может по попу. В планах, конечно, у меня улучшить свою игровую систему. Так что, уважаемые подписчики, подскажите, на базе какого процессора, вообще на базе чего мне лучше делать мой компьютер? На базе AMD или Intel? Так, там уже было по 9, точно? По-моему, 5, 10, а, 8, он здесь, точно. 8, 7. Спать захотели. Ну, якобы персонаж спать захотел. Так. Теперь переключаемся вот так вот. Делаем так вот и вот так вот. Это у нас будет 6-я. Может, рано, конечно, все сделано, но... Ладушки. Так что... Появился вопрос целости и сохранности. Смотрите, ну мы сейчас все узнаем. И еще, ребят, я, наверное, это буду сейчас говорить, но в дальнейшем кто-нибудь мне поможет с мультиплеером. Пятую включить, а он на шестую. А, при шестом включается. Там как-то делители. Давайте туда. Втыкнем седьмую. Обороты сильно росли. Так-то уже можно и на шестую переходить. Даже на пятую. Ух ты, я его открыл. Город, ребята. Ну как повезло. Так, теперь надо
Круто. Даже можно было бы третью, четвертую, третью все лучше. Ладно, хочу вторую. Так, блин. А, выспаться нам, ну, там, потом сделаем, блин. Очень мне нравится в обычке игры, что тут, блин, эта фигня постоянно высвечивается. Отвлекает. Так. Так. Окей. Так, можно уже первых включить. Так, ну чё, рвай-то. Эй, руку фару можно смело. Зачем они мне? Так. Так, загружаемся. Мем, век, 8. Да, ну, стойка, ладно, не страшно. Жалко. Ну ладно, с вами был Лев. Лев Сергеевич, кому как. По нраву. Ехал я. Или на скане. Как ее еще можно назвать? Отзывы, лайкайте меня, можете дизлайкать за такие вот видео, если хотите. Ну, короче, всем счастливо. А я дальше поехал уже грузы тренироваться. Надо еще посмотреть. Вот как видите, да, вот первое место стоит, вот давайте еще, чтобы вам повиднее было. Не обращайте внимания на эту фигню красную. Вот первое у меня стоит. Нажал специальную кнопку, вот вторая пошла. Чтоб на третью переключить, опять на кнопку нажать, вот третья. Опять кнопка. Вторая. А, третья же была. Четвертая. Кнопка. Третья. Пятая. Шестая. Какой, видите? Как бы вот здесь вот. Задний вот есть. Нейтралка. Никакой. Вторая. Чтоб переключиться дальше. Вот. У нас восьмая, седьмая, девятая, десятая, десятая, двенадцатая, ой, и говорю, одиннадцатая, девятая, седьмая, нейтральная, нейтралка, где бы тоже какую-то передачу сделать из задних. Так что ставьте лайки, комментируйте, плюс просто, чтобы знали. Всем до свидания. Пока.